Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. Депутаты Мажилиса парламента просят признать ситуацию с перевозкой грузов на границе с Китаем форс-мажором и дать предпринимателям отсрочку по кредитам. По словам депутата фракции АКЖОЛ Дании Спаевой, проблема мало решена. После недавних переговоров с китайской стороной с 21 октября грузообмен возобновился. Вагонов, отправляемых в Казахстан, стало больше. Теперь страдают автоперевозки. Из Казахстана в Китай ожидает очереди 10 366 автотранспортных средств. Для казахстанских перевозчиков эта проблема крайне болезненна. О 50-километровом очередях фур на китайской границе наша фракция обращалась в правительство с лета прошлого года. А ВОЗ, точнее фуры, и ныне там. Депутат напомнила, что многие предприятия несут прямые убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку продукции. Это влечет потерю прибыли, а также санкции со стороны партнеров и банков из-за просрочки по кредитам. По данным предпринимателей, ранее обращавшиеся к нам, их общие убытки превышают 10 миллиардов тенге. Также масштабная простойка грозит тем, что в Казахстан не поступят дешевые китайские товары для производства и массового потребления. Соответственно, бизнесмены будут привозить более дорогие из Турции или Европы, что повлечет рост цен на одежду, обувь и предметы обихода.